Секретные материалы. Данные исследователей о крушении малазийского Боинга в 2014 году на Донбассе могут навсегда остаться засекреченными. Речь идет, в частности, об отчетах кризисного комитета министров в течение нескольких недель после трагедии. Голландские СМИ требовали их обнародовать. Суд первой инстанции поддержал прессу, а Министерство безопасности обжаловало это решение. И вот теперь Государственный совет Нидерландов, который выполняет роль Верховного административного суда, разрешил скрыть эти данные. В решении указано, что данная информация может навредить отношениям с другими странами.